Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем программу «Глобальный взгляд. Невероятное в очевидном». На прошлой передаче Светлина Неволина из Пермской общины Нуки Сварога обещала нам ответить на дополнительные вопросы, поскольку мы не уложились во время передачи. И сейчас она любезно согласилась продолжить этот разговор. Здравствуйте, Светлина. Мы в прошлый раз поговорили о том, как было. Давайте эту передачу посвятим тому, как можно исправить то, что можно исправить, и каким образом современным родителям, а также дедушкам и бабушкам помочь своим детям и внукам вырасти здоровыми, счастливыми, а своим будущим детям и внукам помочь родиться правильно. Но многие действительно говорят, что сейчас другое время, что сейчас это невозможно, что мы далеко ушли в цивилизацию, и большинство народа живет в городах. Но я тоже живу в городе Перми, и по нашему опыту, в принципе, вот это все возможно. То есть первое, что нужно делать, это объяснять нынешним мамам и папам, и бабушкам и дедушкам о том, что такое воспитание ребенка. Для того, чтобы взрастить детей как будущих родителей, вот тех детей, которые сейчас уже есть, которые уже родились. Вот. Существующая система, детские сады, школы, вузы, к сожалению, не помогают решить этой проблемы. Это возможно сделать только в семье. То есть вот это вот объяснение мужского, женского начала, главенство мужского начала в семье, предназначение женского, это основной вопрос. Когда дети правильно это понимают, то воспитывать их гораздо проще. Когда еще родители не родили, а собираются родить ребенка, зачать, это сделать еще проще. То есть занятия с беременными женщинами показывают, что вот они в состоянии, даже пока ребенок еще в утробе, совершенно поменять свое мировоззрение и уже иначе отнестись к воспитанию ребенка после его рождения. Многие теперь рожают дома, на природе, потому что роддома, которые появились на Руси вот 19-20 век, стало, вот в 20 веке их в основном стало много по России, а раньше они были подспорьем для бедноты. Все рожали дома, все рожали на природе. В деревнях рожали в бане, в теплых местах, вот знаем по фильмам Чарковского, в море, в реках, на природе, на сенокосе. То есть так, как где человек живет, он там и рождался, в естественных условиях. И такие дети, они уже отличаются от тех, кто зачат в больнице с отрицательным отношением к этим родам. Они гораздо здоровее, гораздо веселее, гораздо жизнелюбивее. И когда родители знают, как воспитывать своего ребенка, как его закалять. Вот мы говорили про 5 стихий природы, то есть я их перечислю. То есть главенствующая стихия – эфир. Это наши мысли, чувства, чистые помыслы. Потом стихии огня и воздуха, мужского начала. И женские стихии воды и земли. То есть, когда ребенок рождается, его приобщают к этим стихиям. Отец показывает солнышку, показывает ветру, кладут ребенка на землю, омывают его водой, окунают там воду зимой в прорубь или в снег. Они просто давали ребенку здоровье. Когда ребенок рождается, важно его правильно закаливать. То есть все эти городские условия, они не способствуют развитию даже физического здоровья человека. То есть когда человек на природе, он спокойно обливается, он спокойно здоровается каждый день с солнышком, он кушает то, что взрастил на своем огороде. Вот это и есть здоровый человек. А раз здоровое тело, мы знаем здоровый дух. То есть в городе это крайне сложно, но возможно. Многие сейчас и в городах знакомятся с системами оздоровления, закаливания, баня, правильное питание. То есть вот разницу, скажем, вегетарианского питания. Ну, вегетарианское питание один из примеров, но вот один из примеров. Многие сейчас говорят о вреде импортных продуктов. То есть народ уже знакомится с этими темами, вот хотя бы о физическом развитии детей, многие сейчас беспокоятся. Дальше, скажем, многие мамы кормят уже детей не только там первый год и бегут на работу грудью, а вот и два, и три года.
чем дольше мама не отдает ребенка в детский сад, тем лучше для того же ребенка. Скажем, у детей до 3 лет отсутствует собственная система защиты от негативных воздействий, в том числе и энергетических, окружающей среды. То есть до 3 лет это обеспечивает только мама. Если ребенка до 3 лет отдают в детский сад, он становится невротиком. То есть в Японии, скажем, при выборе президента какой-то фирмы коммерческой, мы все знаем, насколько в Японии могущественные фирмы, один из пунктов анкеты, посещал ли ребенок детский сад. И неважно какой, частный, общественный, в Японии есть частные детские сады для 5 детей. Но если он его посещал, он не станет президентом фирмы никогда. Потому что шаблоны воспитания скажутся в нестандартной ситуации. То есть в Японии к воспитанию детей подход очень серьезно. После ядерной катастрофы вот в Хиросиме и Нагасаки генофонд нации настолько упал, что они сейчас озадачены вот этой программой воспитания детей генетической. И отношения там очень серьезные. Нам бы просто у них вот этому поучиться. Поэтому вот детский сад, если многие мамы все-таки вынуждены отдавать детей, лучше отдавать детей после 3 и 4 лет, когда нервная система детей уже устойчива и может сама сопротивляться вот негативным воздействиям. Что еще можно делать? Мы знаем, что программы, которые приняты в детском саду, они очень старые, они просто переутверждены. Ну, скажем, с 37-й программу утвердили в 59-м году, потом в 78-м и все. Новые программы детского сада не существуют. То есть они не успевают за мерками этого времени. Поэтому обязательно родители, отдавая ребенка в детский сад, должны восполнять его воспитание дома. И чего не дается в детском саду, это мировоззренческого подхода. Нет знакомства вот с этими стихиями, что говорила. Нет общих семейных праздников. Нет разделения на мужские и женские семейные обязанности. Вот даже пусть в 3-4 года мальчик – это мальчик, девочка – это девочка. Все наши программы для среднего рода, они усредненные. Про это нужно помнить. И только в семье вот все эти недостатки могут быть, ну, как-то восполнены. Только в семье. Когда ребенок поступает в школу, там идет то же самое. Есть общая дисциплина, вынуждена. Есть общие правила, тоже для того же среднего ученика. И нет мировоззренческих подходов. У нас официально церковь отделена от государства, но о духовности и о каком-то воспитании вообще ребенка речи не идет ни в одном общеобразовательном учреждении. Это тоже делает только семья. Можно ли тогда уточнить, если современные родители вынуждены работать оба, не в состоянии и сами заниматься ребенком, ну, скажем, нет дедушки и бабушки, и не хотели бы отдавать в официальный детский сад, где из ребенка сделают существо среднего рода. Каким образом они могли бы выйти из этой ситуации? Во-первых, ребенку все равно нужен близкий человек, и тот, которому он доверяет, и кто будет его воспитывать. То есть это может быть... Но сейчас есть такая вещь, не знаю, затронула она вас или нет, бабушка по найму. То есть иногда знающая, мудрая женщина, взрастившая своих внуков, у ней появляется свое время, она готова заниматься воспитанием еще каких-то детей. Если это родственная душа, она иногда по судьбе дается, чтобы восполнить вот эти вот проблемы. И можно сделать, вот мы сделали такую вещь, типа семейной домашней группы. Когда есть воспитатель, есть несколько детей и несколько родителей, которые могут помогать для того, чтобы заниматься с этими детишками. Причем это возможно, если от 0 до 3 дети с родителями обычно, сделать вот младшую группу, когда дети занимаются с мамами, которые занимаются также охотно, потому что для них им тоже это никто не давал, и они во взрослом возрасте восполняют вот все эти недостатки. А для детей, которые посещают детский сад или школу, создается группа, которая собирается в какой-то выходной день или вечером, 2-3 раза в неделю, для того, чтобы знакомиться вот с этой мировоззренческой программой, которую мы назвали «Мироведение». Она не противоречит программам детского сада или школы официальным, она просто их дополняет своими сведениями, своей информацией, знаниями как раз о том, как жили наши предки, как они общались с природой.
вот о четырех царствах природы вот у нас идет речь, то есть минеральное, растительное, животное, человеческое. И когда мы дойдем до человеческого царства, дети уже подрастут до 12 лет, и начнется их подготовка как будущих родителей, как они появились на этой земле, зачем они появились, вот зачем они живут, как им создавать семью. То есть это стройная система. Этому же помогают и общие праздники, семейные или общинные. То есть до сих пор люди празднуют вот очень удивительный праздник Купалу, летний праздник летнего солнцестояния, солнцеворота, когда соединяются вот все эти пять стихий, когда человек настраивается на общение с природой, заряжается на ближайшие полгода до Калиды, вот когда происходит тот же самый настрой стихий, и когда они учатся жить друг с другом. Купала, то есть вкупе празднуется праздник и проводится вот эти полгода жизни со стихиями природы, со служебными сущностями, которые нас окружают, и друг с другом. То есть это умение жить. Кроме этого праздника существует множество еще праздников, которые помогают каждой семье, но в меру ее готовности. Но вот до сих пор на Урале празднуют все Купалу, День Перуна августовский. Вот. Потом у нас Калида, Масленица. То есть вот это все еще живо. А каким образом происходит взаимодействие с природой? И чем в данном случае ребенок, каким образом мог бы и набирается здоровья? Когда ребенок рождается, он может это делать с помощью родителей. Он сам еще не в состоянии ни облиться, ни пройти по снегу, ни побегать голышом. То есть с помощью родителей. Когда ребенок подрастает в 2-3 года, он начинает это делать сам, если он так рос. Поэтому можно поспрашивать детишек, которые уже выросли, стали старше этого возраста, что они помнят об этом детстве, как они сейчас к этому относятся. У нас есть кого поспрашивать? Есть, есть. Итак, по договоренности со Светленой мы решили поговорить с местными детками, которые родились и выросли на Кубани. Но один из них, Александр, родился на природе, а вот Настенька родилась в городе. И вот мы немножко хотели бы узнать, чем это повлияло на их здоровье, на их мировоззрение. Александр, я слышал, что тебя родители с детства занимались закаливанием и помогали тебе быть крепче. Расскажи, как это происходило, что именно входило в твое закаливание? Ну, с самого детства меня обливали холодной водой. Я маленький бегал все время босиком по снегу зимой. Никогда вообще не болел. А скажи, пожалуйста, вот летом понятно, что тебя обливали холодной водой. А что было зимой? Зимой также обливали холодной водой каждое утро. А тебе не было холодно? Нет, даже очень приятно. Бодрость такая после этого. А твои родители были ивановцами или просто считали, что это естественный образ жизни? Просто естественно. Скажи, а вот после того, как они перестали настаивать, либо делать это регулярно, ты сам продолжил такую систему закалки? Ну, сначала чуть обливался, а потом перестал. И как это сказалось на твоем здоровье, или все оставалось прежним? Нет, у меня начал кашлять, сопли начались, болеть я начал. И как ты потом вернулся к здоровому образу жизни, или продолжаешь ходить в соплях и болеть? Нет, я вернулся. И что сейчас входит в твой, скажем так, распорядок, позволяющий тебе поддерживать здоровый образ жизни? Ну, я обычно купаюсь в горных речках теперь. Не обливаюсь, а купаюсь в горных речках просто. Ну, мы со Светленой вот были здесь на горной речке. Я вам скажу, температура воды, жидкий лед. Скажи, а вот зимой ты продолжаешь ходить босиком или нет? Зимой, конечно, каждое утро пробежаться по снегу. Даже приятно. Хорошо. А прививки ты делал? Нет, в раннем детстве мне прививки не делали. Светлена, можешь что-либо пояснить по этому поводу?
Да, конечно, это очень серьезный вопрос, потому что сейчас детям начинают делать прививки еще в роддомах, уже на первый день ставят прививочку. Нужно сказать, что прививки – это инородные тела, которые прививаются человеку. Человека создала мать природа вполне совершенным, и он может обойтись без прививок, не болея. Прививки приносят только болезни в организм детей. Все дети, которым ставят прививки, ослабленные, то есть они переживают болезнь, даже в скрытом периоде. Вот. И очень много случаев, когда дети становятся инвалидами после таких прививок. То есть прививки детям делать не нужно. Ну, может, мы нашу маленькую красавицу теперь поспрашиваем. Давайте. Расскажи, пожалуйста, как ты закаливалась и как ты живешь сейчас? Я хорошо. Скажи, ты участвуешь в каких-либо праздниках? Да. А что ты делаешь на этих праздниках? Что ты делала на Купале, расскажи. Бегала по углям. Купалась? А через костер ты прыгала, в речке купалась? Через костер я нет, а в речке я купалась. А почему ты не прыгала через костер? Скажи, ножки еще короткие у нас. И слишком он большой. Был слишком большой огонь для взрослых, да? Понятно. Давайте посмотрим видеосюжет с праздника Купала. Скажи, ты бегала по углям? Да. А страшно было? Нет. Но ноги целые? Да. А мы можем посмотреть? Угу. Ну покажи. А другую? Ну молодец. Тебе понравилось? Да. А еще потом побежишь? Когда-нибудь, да. Благодарю тебя. Итак, мы поспрашивали деток, они очень оригинальные ответы нам давали. И у меня родился вопрос. Все-таки есть родители, которые не в состоянии из-за того, что работают оба, заниматься детьми дома. Вот. В детском саду не дается того, что хотелось бы. Как вот решить эту проблему? Есть-то какой-то выход из этого, какой-то альтернативный вариант? Если, то есть у нас два уровня детских групп домашних. То есть от 0 до 3 это одна детская группа, где дети занимаются обязательно с мамой или с бабушкой, поскольку сами еще они не умеют. На этом этапе мы занимаемся по методике Монтессори, знакомим детей с обращениями, стихиями, с землей, водой, огнем и воздухом. То есть материалы построены так, чтобы они научились обращаться, скажем, с огнем. И к 3 годам ребенок знал, что можно, что нельзя, также и с другими стихиями. Когда ребенок постарше, вот как раз после 3 лет, когда их отдают в детский сад, то вот с 3 до 7 лет у нас была совершенно другая домашняя группа, где уже был вариант дежурной мамы, то есть остальные родители не присутствовали на занятии, и воспитатель. Вот. И занятия были построены уже по программе мироведения, где детей знакомили с царствами природы. Еще раз повторю, мы очень хорошо разобрали царство минералов, камней. Сейчас идут занятия по царству растений. Там готовятся свои пособия, которые дополняют материалы программы детского сада и даже начальной школы. То есть дети с 3 до 7 лет учатся в этом возрасте читать, постигают, почему природа живая, и основные законы взаимоотношения человека вот с этой живой природой. Царство минералов, растений, дальше пойдет царство животных. И когда мы дойдем до царства человека, там уже будут взаимоотношения в социуме, в обществе. И их семейные и личные обязанности, мужские и женские. Это вот где-то через годик, через два. А используете вы какие-то выходы на природу, общение вот с реальными деревьями, травами? Зимой идет занятие дома по материалам, которые готовит мама. Это учебные карточки, то есть разборные учебники и те коллекции, которые все заинтересованные мамы и дети собирают, то есть гербарии, насекомые, камешки. А летом это, естественно, выходы на природу в обязательный порядок. В обязательном порядке дети проводят лето за городом. И перед этим мы проводим свои педсоветы, чтобы мамы самостоятельно занимались с детьми уже на природе. То есть идет работа, занятие не только с детьми, но и подготовка
мам бабушек, поскольку они в основном ходят на занятия, к тому, чтобы они могли самостоятельно заниматься с ребенком, вот как раз в том плане, о котором вы говорите. Светлена, возникает закономерный вопрос. В городе, естественно, понятно, что есть больше времени у мамы и у бабушки. И опять смазывается вот роль отца в воспитании ребенка. Что в городских, в сельских понятно, что делает отец, то и делает сын. Там лошадь, хозяйство, значит, покос. А в городских условиях, что вы могли бы посоветовать папам для того, чтобы именно они вкладывали для продолжателей своего рода то самое мужское начало, волю и как бы стремление к продлению рода для своего сына и своей дочери, как они должны себя вести? Это вопрос очень важный, один из основных для семейных отношений, потому что он влияет не только на отношения супругов, но и на то, какими вырастут их дети, мальчики и девочки. Вырастут ли они настоящими мужчинами? То есть, поэтому, поскольку на занятия ходят мамы и бабушки, мы с ними проводим специальные педсоветы о роли отца в семье и как он может в таких городских условиях участвовать в воспитании ребенка. То есть, когда дети вот от 0 до года, то есть роль папы и его обязанность, вот когда он даже пришел с работы, это ласка, нежность, эмоциональное общение с ребенком, потому что эмоции ребенка положительные влияют на его гормональную систему, то есть и на его здоровье. В обязанности папы от 0 до 3 лет входит и динамическая гимнастика, в народе ее называют маятниковая гимнастика, во многих семьях и вечернее купание ребенка. Если дети просыпаются рано, то утреннее плавание, закаливание, оно тоже проводится с папой. То есть и папы на это настраиваются, то есть мамы вынуждены с ними беседовать, конечно, чтобы изменить маленько вот эти взаимоотношения в семье. Папы идут на это только с радостью, они чувствуют, что их превозносят, они становятся вот основными такими вот действующими лицами, пусть в эти короткие часы. А когда ребенок чуть постарше, вот в 2, в 3, в 4 года, то вечером, приходя с работы, общий ужин, общий семейный ужин, как было заведено в семье, который начинается с того, с общего разговора. Как ребенок провел день, что было хорошо, что отец может посоветовать. Такое обращение к отцу как бы взращивает его авторитет, уважение ребенка к отцу. И это обязательный момент вот такой в педагогической городской работе. Потому что ребенок целый день помнит о том, что вечером он должен папе что-то рассказать о каких-то своих, ну, успехах. И все, что делается на занятиях, мы очень много делаем прикладного, то есть рисунки, лепка, аппликация, они тоже делаются для кого-то. И есть дни, скажем, вот в феврале День защитника Отечества, дни Велеса, которые идут. Это подарки для пап, для дедушек и в другие праздники, вот в августе мы их поминаем. То есть дети постоянно помнят о том, что вот папа, он рядом. Они прекрасно знают, что он не может быть на занятии, потому что он вынужден зарабатывать деньги, и они существуют за счет этих средств. Но авторитет отца год от года вот растет. И, скажем, когда детишки подрастают, папы нам чем помогают? Они помогают нам с тем, помогают выбираться на природу. То есть самое простое. Они обеспечивают эти поездки, эти походы летние, и там уже папа старший, папа главный. И вот это времяпровождение, мы говорим, что год от года его нужно наращивать. То есть вот это стремление подрастающего мальчугана «я хочу быть как папа» вы всячески поддерживаете. Есть еще какие-то способы усилить этот эффект? Этот эффект можно усилить только тем, что папа будет своим примером показывать сыну, каким быть. Личный пример не заменит никаких занятий. Поэтому вот это вот семейное общение, пока растет ребенок, то есть супругов друг с другом, они тоже меняют мировоззрение папы. Он видит, какой растет ребенок. Скажем, когда детишки в 2-3 года, многие начинают говорить о том, но они уже складно говорят, что вот они видят домового, вот такая природа, вот посмотрите, вот мои рисуночки, мои сны, они уже хорошо говорят и рассказывают. Папы, но многие начинают задумываться о том, что их окружает. И вот это вот общение становится более глубоким, и сами папы начинают меняться. Поэтому, скажем, папа должен
трудиться над собой тоже. Если он хочет зарастить нормального сына, это делается не просто тем, что принес зарплату и положил на стол. То есть дети ценят своих родителей за то, какие они есть. Если растут родители, растет и ребенок. А если родители собой совершенно не занимаются, а отдали ребенка кому-то на воспитание, он будет чужим. То есть их энергетическая взаимосвязь разрушается гораздо раньше. Могло бы в этом помогать? Вот я так сижу, тоже размышляю над этим. Походы выходного дня, совместная рыбалка, охота, бывание просто на природе, добыча огня, там, ну что-либо такое, что отцу позволяло бы быть мужчиной, это видел бы его сын. Да, это обязательно. Я только добавлю, что у нас обязательное посещение бани для мальчиков после 3 лет именно с папой уже, а не с мамами. Вот, то есть мы тоже всем предлагаем такой вид общения. Ну вот прогулки выходного дня и похода – это само собой. И когда папы могут, скажем, праздничные дни какие-то у нас занятия, не привязанные вот к такому календарю, они просто приезжают к нам на праздники и участвуют. Так как мы, как зрители, как дети, как участники, также непосредственно. Вот это вот общение, оно совершенно другое. Светлена, я очень благодарю вас за такую содержательную беседу, за то, что вы позволили нашим кубанским телезрителям соприкоснуться вот с таинствами славянского рождения и воспитания ребенка. Я надеюсь, наши встречи будут эти не последними, поскольку сама жизнь приводит к тому, чтобы мы узнавали новое, как хорошо забытое старое. А сейчас я благодарю телезрителей за внимание. Пишите нам, звоните. Нас очень интересуют ваши отзывы. Спасибо вам. Благодарю вас за внимание и до скорых встреч. Трудно вырваться русской душе из французских и английских пут. И игрушки а-ля Фаберже не заменят природы уют. В чистоте сердца звонкий порыв, предрассудков ломает стену, и любви яркий нежный мотив открывает вам звезд глубину. Здравствуй, милая дворянка, ты цветок моей души. Здравствуй, барышня-крестьянка, о любви мне расскажи, расскажи, как жить.